я пока не встречал, и поправьте меня, если я прав, ни одного предпринимателя, ни одного гражданина, каждодневно встречаюсь со многими, кто бы сказал, что после побега Януковича с коррупцией в Украине стало меньше. Проблема не в том, что Саакашвили возмущен. Проблема в том, что негодует обычный украинец, возмущается от вашего бездействия, от вашей бессовестности, от вашей жадности. Неужели вам больше не хватает того, что вы накопили? Несколько дней тому назад один из олигархов в своем интервью пообещал побить меня в морду. Второй хотел разобраться по мушке, просто он сказал, что статус не позволяет. Они не понимают одного. Никто не боится ни Сени, ни Бени.